Всем привет! Сегодня узнаем о пределе жизни человека, влиянии отношений на вес прекрасного пола и заразительной зевоте. Подробности далее. Дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно. Предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет, вне зависимости от всех внешних факторов, заявляют ученые из Университета Нью-Йорка. Дальнейшие успехи в борьбе с болезнями, скорее всего, увеличат среднюю продолжительность жизни, но не максимальную ее длину. Возможно, будущие прорывы в медицине продлят жизнь человека за эти пределы, но им придется подавить или преодолеть влияние множества генетических факторов, отмеряющих наш срок на Земле. Быть может, ресурсы, которые мы сейчас тратим на продление жизни, следует использовать на продление здоровья пожилых людей. Ученые из Британского университета провели ряд исследований, по результатам которых выяснилось, что эмоции, возникающие во время отношений между мужчиной и женщиной, напрямую влияют на вес прекрасных дам. Во время ухаживания женщина теряет вес, ведь необходимо казаться более привлекательной для своего избранника. В период, когда отношения уже входят в стадию стабильности, прекрасные дамы, расслабляясь, набирают. Во время подготовки к свадьбе женщина снова теряет килограммы, испытывая постоянный стресс в связи с предстоящими хлопотами, а при беременности вновь набирает. Таким образом, по результатам своих исследований ученые пришли к выводу, что на вес женщины влияют не просто эмоции от всех отношений целиком, а только их стадии. Ученые из Канады провели необычный эксперимент и выяснили, почему на самом деле зевота так заразна. Люди чаще всего зевают в теплое время года или в теплом помещении, когда устают или засыпают. Когда мозг одного человека хочет охладиться, то у другого моментально срабатывает аналогичный рефлекс, поскольку они находятся в непосредственной близости друг от друга. Таким образом, получается цепная реакция зевоты. Однако ученые сделали очень любопытное открытие. Цепная реакция зевоты срабатывает исключительно между близкими людьми, друзьями или знакомыми. Если же рядом с вами начнет зевать посторонний человек, то подобный эффект не случится. Это были самые очевидные новости науки на сегодня. До скорого!